Так, ребята, ленёва-поклёвочка на 2 килограмма видео на канале. Так, ребята, сегодня на рыбалочку приехал. Вот такие вот у нас уловчик и лещ, и краснопер. Ну, грамм 500-700, не знаю. Ленек на килограмма 2-3. Короче, вот такие красноперы клюют. Лещ и ленек. Закинув на живца для щуки. Ну и там вот поплавок на всякий, возможно, что для ленька, хотя уже 7 утра, как бы, ну, еще не поздно, я думаю, для линя. Линь чуть позже перестает клювать. И все, в принципе, дивимся рыбалку, может, что-то клюне интересное. И подписывайтесь, и лайки ставьте. Лайки, 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 велика просьба. Вот такие вот, ребята, уловчик сегодня, ленек, хороший лещик, красноперый, лещики. Короче, я доволен, все равно уже как бы не с пустыми руками. Вот так вот, хороший ленек.
Так, ну пока як би так тишина. Щука мовчить, ну і остальна риба теж. Є покльовки, але, як то говорять, рідко, но метко.
ребята. Есть щука. О, хорошая. Хорошая. Хорошая, ребята, щука. Наживчика. О. Бляха. Хорошая щука. Просто. Просто, ребята, класс. Просто. Килограмма на 3-4, наверное. Ну что, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я довольный сегодняшней рыбалкой. Лень, щука, ну просто класс. Просто... Ой, ё-моё. Просто класс, ребята. Фу. Жесть. Класс. Просто. Нема слов. Так, ребята, ну, вот так вот, стоподоб має бути лайк, підписуємось, ставимо лайки, всім пока, клас. Теперь можно домой.